Около 40 лет октавский врач Султанбек Тумашев спасает детей. Детский хирург прооперировал и поднял на ноги больше 10 тысяч маленьких пациентов. О враче с большим сердцем и золотыми руками расскажут мои коллеги из региона. Султанбек Тумашев – один из лучших в своей сфере. Ему доверяет самое дорогое – детей. В его практике очень сложные случаи и уникальные операции. Среди тех, что запомнились врачу – проведение двухэтапной операции пятимесячному малышу, который поступил в отделение с тяжелым диагнозом – кишечная непроходимость. Благодаря оперативному вмешательству и профессионализму врачей спасти жизни удалось десяткам маленьких пациентов. Среди сложных периодов в работе – это 90-е годы, когда катастрофически не хватало лекарств и даже перчаток. Сейчас уровень медицины совсем другой. Мы применяем новейшие технологии. Вот уже 12 лет, например, работаем с эндоскопической стойкой. Для коллег Султанбек Тумашев – пример профессионализма и настоящей преданности своему делу. К нему обращаются за советом и помощью молодые специалисты. С каждым он делится своим опытом и знаниями. Султан Мирханович очень такой грамотный, талантливый хирург, который помогает другим врачам, консультирует, всегда на связи с районами. У нас не во всех районах есть детские хирурги, а в любое время ему звонят, он всегда отвечает, всегда старается помочь. Вот уже больше 38 лет он работает в областной больнице, не просто избавляя маленьких пациентов от патологии, но даря им шанс на счастливое детство. Одному из детей Айжан Успановой предстоит пережить операционное вмешательство, другого уже прооперировали успешно. Родители не перестают благодарить врача золотыми руками. Операция прошла быстро. Через полчаса ребенка уже определили в отделение реанимации, через 2 часа перевели в общую палату. Состояние хорошее сейчас, скоро выписка. Профессия хирурга требует большой отдачи и самопожертвования. Продолжать работать доктор намерен и после выхода на заслуженный отдых, до тех пор, пока его знания и умения будут востребованы. Алия Магомбетова, Роза Мажитова, Куралай Алтынбекқызы, Актау, Жібек жолы.